всем мир. Я желаю всем немножко того спокойствия, которое есть на этой крепости. Уже 10-й год я забираюсь сюда. Мы здесь ночуем внизу в лагере. И утром приходим на крепость. Я уже с утра здесь побывал, помолчал, послушал ее. Здесь невероятно круто, сегодня погода не самая удачная. Вот там белые пики, их обычно видно, но вот мы видим фрагменты. Вот, этой крепости 1000 лет, это застава королевства Кулу, Рагафур-форт. Отсюда видно все окрестности, если злоумышленник, враг откуда-нибудь начинал заходить, сразу можно было это пресечь. Вот. Тут была такая жизнь боевая, и если находили предателей, их к ним просто привязывали камень и сбрасывали вниз. Бабо! Мы находимся в горном храме братьям Пандавам. Это культовые такие люди, личности для всей индийской культуры. И в них речь идет о Махабхарате. И в Махабхарате отчасти есть Бхагавадгита. Нас касается одна строка Бхагавадгиты максимально точно. Она так звучит так. Относясь равно к счастью и горю, к потере и приобретению, победе и поражению, готовься к сражению. Так ты избегнешь греха. Отсюда видно Рагафур-порт. Для Раны этот мандир, этот храм, очень знаковое место. Так наша экспедиция обнаружила прото-елку. Вот, Новый год происходит из-за вот этого вот дерева. Она воплощение, в общем, всех елок на свете. Сами покажи ее покрупнее. Вот, видимо, с нее начинается Новый год, и Дед Мороз настоящий, наверное, здесь вокруг нее. А в кадр не влазит даже. Да. Вообще. Поехали.